Привет, друзья! Меня зовут Романов Даниил. И сегодня мы будем с вами делать одну протеиновую, съедобную и даже вкусную штуку. Итак, друзья, для создания протеиновой чудо-штуки нам понадобятся следующие ингредиенты. Это очищенный яичный белок, 2 столовые ложки овсянки, 100 грамм молока, желательно безжиренного, но у меня какое есть, то есть жирненькое. Мед, чайная ложка, сугубо для вкуса, для сладости. Одно куриное яйцо, банан и волшебный блендер Браун. Вот, в общем-то, и все. Это такой бюджетный вариант протеинового блина, как вы поняли. Всю эту штуку мы будем запекать на сковороде. Итак, вогрузили мы это все в это ведро пластмассовое. Теперь время пользоваться Брауном. Итак, предварительно разогрели сковороду, залили туда немного. Я туда залил немного кукурузного масла, кукурузной алии. После этого уже взболтанный наш состав. Кстати, такую штуку не рекомендую пить вот в сыром виде. Опробовано, поверьте, гадость редкая. А вот когда ее запечешь, это уже будет другое дело. Так, выливаем сковороду. Я закрываю крышечкой и в течение примерно 7 минут на медленном огне мы это дело запекаем. Итак, протеиновый блиненыш готов. Ровно 7 минут на медленном огне. Вот так вот он пукнул на прощание. Вот такая вот штука. На сковороде, конечно, будет слегка пригорать, но это ничего. Вот эта вот корка сгоревшая, она легко отстает, и остальную часть можно вполне употреблять. Итак, мы имеем вполне диетическую пищу. Этот блин очень сытный и, конечно же, здорово его лучше всего употреблять его перед тренировкой, так как банан, мед, в общем, и другие углеводики, их лучше употреблять перед. Данная пища вполне годится даже на диете во время сушки. Так как я не являюсь профессиональным спортсменом, подобный блин я могу вполне кушать без зазрения совести. Я к этому блину пришел после того, как начал пробовать пить в виде коктейля протеин, вот этот яичный белок, в общем. На вкус гадость, потому что там нет никаких вкусовых добавок, это чистый белок в чистом виде. Как вы видите, он даже, в общем-то, не сильно и пригорел. Совсем не пригорел, то есть все отлично получилось. Итак, сейчас я вам покажу протеиновую плюшку номер 2. Это второй вариант, который я употребляю после тренировки. Состав тут довольно простой. Это 3 яйца. Ну, яйца это уже по вашему желанию, скажем так. 3 цельных яйца. Желтки я пока не выбрасываю. Я сейчас диечусь, но желтки не выбрасываю, так как я нахожусь на таком, на ранней стадии сушки, скажем так. Жиры я полностью из своего рациона не убрал. Итак, 3 цельных яйца. Примерно 100 грамм молока. Желательно, конечно, обезжиренного, но у меня вот какое есть кипяченое молоко, обычное, не обезжиренное. Яичный обезжиренный белок и приправка. Приправка просто для вкуса, для такого пикантного запаха, в общем-то и все. Итак, углеводов тут по нулям, белка в пределах 50 грамм. Итак, что касается яичного белка, я не уточнил. Я буду ложить это 3 столовые ложки. 3 столовые ложки белка. Если в первой протеиновой плюшке я применял 1,5 ложки столовой белка, то в этой уже 3. Я думаю, разницу ощущаете. Так как я потренировался основательно, мне требуется много белка. Итак, примерно 50 грамм белка.
Все это дело сейчас я погружу, засыплю пластиковое ведро, перемелю и буду запекать. Итак, я сболтал этот коктейльчик. По-прежнему мы его в сыром виде не пьем, так как это гадость лютая. Опять же, второй вариант вот такого несладкого коктейля в сыром виде очень несъедобный, так что не рекомендую. Запекайте его или жарьте на сковороде, как это делаю я. Итак, сковороду я подогрел, смазал ее жиром, а именно этим, как его, кукурузным маслом. И теперь мы можем это дело заливать. Если вы делаете так, как я, то есть на сковороде, рекомендую запекать на медленном огне, так как на быстром эта штука просто пригорит. А на медленном вполне даже ничего. Хочу сказать, что от кулинарии я далек. Но подобную плюшку протеиновую я вполне в состоянии сделать самостоятельно. Итак, друзья, плюшка вроде бы готова. Прошло уже 7 минут. Вот уже пузырик сдулся. Нужно пробовать. Да, плюшечка готова, затвердела. Выключаем огонь. Ждем, когда она остынет и можно употреблять. Итак, друзья, сегодня я вам показал свой вариант питания во время сушки. Это такой протеиновые блины, так сказать. Первый вариант был более калорийный, я его применяю сейчас перед тренировкой. И впоследствии от первого варианта блинчика я откажусь тоже, так как все-таки калории там довольно-таки значимые. Это цельный банан и также немного меда. Впоследствии буду применять два раза в день второй вариант вот этого блинчика, где большее количество белка, где отсутствуют углеводы и минимум жиров. И также из яиц я буду выбрасывать желтки, чтобы ограничить себя в жирах. Это, я вам так скажу, это такой бюджетный вариант белковой пищи. Кто тратит деньги на дорогие протеины, я вам скажу, этого делать не стоит, ребята. Покупайте обычный яичный очищенный белок. Он довольно-таки дешевый, доступный и для нашего организма очень доступен. Он усваивается практически на 100%, в отличие от других белков. Вы это можете прогуглить, яичный белок можете прогуглить очень легко и получите ответ на свой вопрос. Яичный белок — это самый ценный. Вот который я и приобрел, но в жидком виде употреблять его проблематично, он невкусный, он даже, можно сказать, просто отвратительный, до тошноты. А вот такой вариант запеканки протеиновой вполне приемлемый, даже вкусно диетится. Итак, друзья, я благодарю вас за внимание. Пробуйте данный рецепт. Ну, рецептом это, конечно, называть очень тяжело. Это примитивная еда с применением примитивных продуктов. Но все-таки. Я благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на мой канал и ожидайте в дальнейшем моих видеороликов. Пока.